И тогда это будет поставленная точка, и никто никогда не будет оспаривать. Министр юстиции не вернется обратно. Я понимаю, что... Подождите, судов, слушайте, людей. Извините. Слушайте. Извините. Да, ответьте, это вам не это. А то мусорный ящик вам будет скоро. Вы знаете, зараз... Ви знаєте, зараз починається така дуже небезпечна дискусія, яку, я розумію, хочуть завести в процес забалакування закону про люстрацію.